День добрый. Меня зовут Скутин Сергей, главный инженер компании WebIOSTREAM, являющийся дочерним предприятием группы компаний WebConnect. Мы находимся в помещении комнаты уплотнения нашего предприятия, которое занимается печатной продукцией для пищевой промышленности. Система уплотнения влияет на микроклимат в производственном помещении для подготовки наших материалов, а именно картона для печати. Сам картон очень капризный к микроклимату. Если не увлажнен и пересох, его коробит, поэтому тут очень важно иметь стабильный микроклимат, который как раз и обеспечивает нам система уплотнения Merlin. Система установлена у нас, работает стабильно, не капризно, достаточно надежно. Единственные нюансы, которые возникают, это качество таблетированной соли. Если качество соли недостаточно хорошее, а именно имеет много примесей, то, конечно, имеем проблемы со стабильностью работы. В целом, установка и система не вызывают каких-либо проблем по работе капризных к стабильности электрического напряжения. Ну, это наша особенность российская. Поэтому перебой с электричеством является как бы критерием и частыми остановками системы по отсутствию напряжения. Но на стабильности самой системы это не отражается, мы боремся в другом направлении, с подачей стабильного электроснабжения. Система работает, как я уже сказал, стабильно, достаточно ежегодного технического обслуживания, качественного, которого, в принципе, хватает на целый год. Система позволяет использовать подготовленную воду также для печатных машин, которых у нас две, что также снижает наши как бы, затраты на подготовку воды для разных систем. То есть одна система обеспечивает нам и стабильность микроклимата по влажности в производственном корпусе, и стабильную подачу воды, подготовленной, очищенной для печатной машины с небольшим добавлением химических элементов для электропроводности воды.